Почему Борис Акунин был включен в список террористов? Версия. Поняли наконец те, кто там наверху, и отреагировали быстро. Раздавили врага, как какую блоху, в список включив террористов. Только лишь террорист в своей страшной борьбе с принадлежностью к вражеским кастам мог придумать героя всем нам и себе и назвать почему-то Эрастом. Этот враг потому не расстрелян еще и не чалится годы на киче, что Эраст тот Петровичем был наречен, а не Свят-Свят Владимировичем. Тот Эраст был бы сейчас ФСБ генерал, жарким сердцем, холодным рассудком. Ну и как бы долг родине он отдавал вот при этом имени жутком. Узнаем мы в Эрасте того имя, чье не произносится в суе. Но не мы, ни бабы, ни мужичье за Эраста не проголосуем. Так что до этой грядущей весны в связи с предвыборным чесом все эразмы, эрасты запрещены, даже Эрнст и то под вопросом. Есть Эркюль Пуаро, есть Володя Жеглов, ну и все, и хорош, ну и баста. А Акунин, он разрушитель основ. И книжки его про Эраста. Спасибо всем, кто поддерживает YouTube-канал Дед Архимед. Монетизация отсутствует. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!